Заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском университете позволило убедиться, что татарстанцы достаточно позитивно смотрят на ближайшее будущее и даже имеют позитивные представления о развитии нашей страны. Об этом и говорят результаты последних социологических исследований, которые стали главной темой прошедшей встречи. Значит, когда людей спрашивают, как изменилось ваше материальное положение за последний год, вы посмотрите, у нас большинство заняли такую консервативную позицию, значит, говорят, что практически не изменилось, настаивают на статус-кво, вот, ну, почти 50% мы это здесь очень четко на этом графике видим, да, улучшилось у почти 13%, но вот есть показатель достаточно такой жесткий, что ухудшилось более чем у 37%. Итак, по-прежнему высокой остается доля татарстанцев, положительно относящихся к деятельности президента. Однако, несмотря на снижение миграционного потока, именно переселенцы по-прежнему вызывают опасения. И все же местное население выражает готовность мириться с присутствием мигрантов при условии соблюдения ими культурных норм. И также мы с вами видим, что межнациональные отношения как спокойные и доброжелательные оценивают около трети, да, респондентов. Обращает на себя внимание заметная доля, где-то 35-39% респондентов, чувствующих внутренние напряжения. Участие на заседании приняли представители разных городов и регионов, в их числе и доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. Ответственным секретарем экспертного совета было отмечено, что татарстанцы довольны ситуацией в республике. Адель Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.